Всем привет! Сегодняшний обзор про новинки, которые появились на iHerb'е от компании Tony Moly. Это вот такие вот осьминожки, Taco Pore называется, для очищения пор и придания матовости коже. А здесь два таких больших, один большой осьминог и один маленький. Про корейскую косметику я много снимала обзоров от других производителей, и она нравится тем, что она, эффективная, и, она очень милая. Но у нее есть большой недостаток, она совсем не натуральная. Итак, здесь два продукта. Первый продукт большой Taco Pore Sebum Control Gel Cream. Это для крем такой гелевой текстуры для придания матовости кожи. Выглядит он следующим образом. Это крышка и защитная пленка. Такой вот гель, он реально такой как будто желешный, пахнет достаточно приятно. Я его еще не пробовала, потому что только недавно заказала, но посмотрела обзоры, и он многим нравится, что да, действительно, им можно пользоваться и днем, и вечером. Он контролирует выделение кожного сала, кожа остается гладкой, матовой, можно наносить в качестве базы. И следующий продукт, который я протестировала на себе и на муже, это Taco Pore Blackhead Scrub Stick. Это палочка, стик скраб или скраб стик, который очищает поры. Он вот такой вот малюсенький. Что я могу сказать? Здесь, во-первых, нет примера, как его использовать. Пришлось смотреть видео на самых разных языках, начиная от тайского и заканчивая французским. Вот, и я смотрела, что некоторые люди очищают лицо и используют на сухую кожу, начинают наносить на проблемные участки кожи. Вот. И то есть он такой, как скраб, он достаточно, в принципе, сам начинает увлажнять кожу. Пахнет приятно. Чуть-чуть как будто лимончиком каким-то. И то есть вы просто такими круговыми движениями наносите на проблемные участки, там подбородок, нос и так далее. Это на сухую и чистую кожу. Потом у других я видела, что они берут полотенце на чистую кожу, то есть таким образом горячее полотенце распаривают кожу и затем наносят. Вот. Потом у некоторых видела, что они наносят также на распаренную кожу, оставляют после того, как нанесли, и затем чистым полотенцем или салфетками протирают это лицо. Что я заметила? Я использовала его просто на сухую кожу и обратила внимание, что да, как будто бы кожа после нее стала гладкой, но я не знаю, поры не очистились от первого применения. Попробовала на муже уже с использованием горячего полотенца, и у него как бы эффект как будто бы получше. Вот. Но тем не менее, вот такая вот штука, я не знаю, насколько она эффективная, но плюс в том, что, во-первых, ее никто не ругает особо, и, во-вторых, говорят, что она очень-очень долгоиграющая, несмотря на то, что такая маленькая, ее хватает надолго. Вот, вот такие вот новинки, такой обзор. Надеюсь, он вам понравился. Если у вас есть какие-то вопросы, пишите, я с удовольствием на них отвечу. Обязательно подписывайтесь на канал, будет еще очень много интересных видео. Всем пока и до новых встреч!